главное предложение дня только сегодня, последний раз в уходящем 2023 году. Для вас к Новому году мы приготовили сегодня любимую кашемировую коллекцию. И это колготки от монгольского бренда Фабади. Нежнейший кашемир 200 дэн, теплые, мягенькие. Очень уютные, но самое главное, что сегодня эти колготки стоят 999 рублей. И представляет их сегодня наш любимый главный эксперт в России, монгольского бренда Фабади, Оленька Крупина, которая сегодня для нас с подарками приехала в последний день этого года. Да, на самом деле действительно чудесные вот такие колготочки. Ой, спасибо огромное. Еще один цвет покажу, потому что смотрите, да, у нас есть с вами и черный, и серый, вот такой шикарный шоколадный коричневый оттенок, очень высокая, хорошая посадка. Почему сразу на это обращаю внимание? Колготки именно из кашемира. Это все-таки такое вот зимнее изделие. Обязательно должно быть в нашем гардеробе. И каждая дама, конечно, не выйдет на улицу, да, кто себя любит, кто себя уважает, без колготочки. Эти колготки специально с высокой посадкой для того, чтобы никуда они у нас не убегали, когда мы будем, может быть, двигаться, идти, да, какие-то действия производить, может быть, на работе пошли с внуками, с детьми куда-то погулять, с собачками, в магазин пошли. И они очень благородные. Вот это очень важно, да, что здесь сочетание у нас невероятного тепла, нежности, тонкости, приятного вот этого прикосновения кожи, они действительно прям подстраиваются под наши объемы. Они не сползают никуда, потому что у них очень хорошая плотная резиночка, которая действительно прям чувствует, но при этом не пережимает, потому что нам, девочки, нельзя пережимать, да, ни зону талии, ни зону животика. Здесь очень комфортная вязка, она такая вот двойная, правильное кручение нити здесь используется. За счет этого мы можем с вами получить тонкое полотно, да, прям руно такое кашемировое, но при этом очень плотное, 200 ден плотность, прям еще разочек, да, 200 ден плотность, это вот та самая максимально комфортная плотность для наших ножек, для нашего здоровья, которая дает нам, с одной стороны, вот ту самую эстетику и красоту, когда мы смотрим на ножки, да, думаем, боже, да, вот даже мы с тобой, девочки, и то вот мы смотрим, конечно, да, и говорим, боже, да, какая красота, красиво, да, какая эстетика, красиво. И при этом какое здоровье. Какое это здоровье, очень тепло. Важно. Да, давай и самое главное, не перегреваются ножки. И самое главное, что подойдут под любой образ и на совещания, и на прогулки, и в поездке куда-то. Главное, выбирайте 200 ден плотности. И, внимание, наши колготки 999 рублей сегодня стоимости одной пары колготок с кашемиром. Давайте по цветам с вами сейчас, значит, будем заявлять. Я выбираю для себя черный цвет. Смотрите, выбираю вместе с джемпером от бренда Фабади, тоже кашемировый джемпер. Обязательно дополняю вот таким палантином шикарным вместе, да, я уже сказала, и палантин, и черный цвет вот такие. Коричневый очень мне нравится у очень тебя, шикарный. Такие мока, шикарные, черные. Безумно мне нравится еще серый цвет, да, да. Не нежнейший, вот темный серый такой, графитовый есть. И красивый, нежный уже серый цвет. Оленька, выбирая размер, а размерная сетка у нас представлена, внимание, от 48 размера до, внимание, 62. Скажи, пожалуйста, как выбрать, чтобы они хорошо и животик закрыли, да? Да. И чтобы, когда ты нагибаешься, они не спускались? Ты знаешь, очень хороший вопрос. На самом деле мы сделали так, чтобы было удобно абсолютно всем дамам заказывать и заказывать даже дистанционно без риска, да, да, промахнуться. Да, да. Поэтому у нас всего две градации. Первая такая вот сеточка, это от 56 до, от 48 до 56, первая, да, и вторая от 56 до 62 размера, то есть вот всего вот такие две линейки. Колготки при этом хорошо растягиваются. Отлично. Вот сейчас как раз Ника нам демонстрирует, но опять же, они, у них вот эта вот растяжимость соседствует с правильной плотностью, поэтому они у нас не слезают, но при этом, если у нас достаточно такой животик уже чувствуется, да, мы его видим, то они хорошо садятся по животику, нам комфортно. И с другой стороны, даже когда мы, например, наклоняемся, у нас не оголяется спина, у нас не оголяется зона поясницы, потому что посадка высокая, растяжимость очень правильная и правильная вот эта компенсация по плотности. Оленька, ты знаешь, такая ситуация была здесь у подруги. Ну, у нее был цистит уже, но, к сожалению, вот сейчас, да, видимо, атмосферное давление где-то переохладилось, тоже у женского доктора была и говорит: Лен, ну как ж, вот как только приходит зима, у меня хронический цистит. Ой-ой. И, естественно, доктор, она сдала анализ,
анамнезы, он ей сказал, там, пропьет противовоспалительные таблетки и сказал: Ирина, одевайтесь теплее, кашемировые колготочки, женские органы все бережем. И она говорит: ты знаешь, я так вот запомнилась, вот это кашемировые колготочки. А почему именно кашемировые колготочки? Потому что если мы надеваем привычные нам, скажем честно, да, вот синтетические, да, они могут быть из разных тоже там синтетических нитей, но смысл один. Синтетика никогда не даст нам того самого тепла, которое необходимо именно нашим женским органам в холодный период времени. А это осень, это зима, это весна, особенно начальный ее вот этот вот это. Почему? Потому что ни одна синтетика, к сожалению, как бы ни старались, да, вся наука вместе, но не сможет сделать синтетику настолько природно правильной, да, вот по теплу, что, конечно же, да, вот кашемир тонкий, нежный невероятно теплый, не сравнится ни с одними другими вариациями. Почему кашемир, да, почему, например, не, опять же, не из овечьей натуральной шерсти, да, не из верблюжьей, которые обладают тоже уникальными лечебными свойствами, но кашемир самый тонкий, самый-самый нежный. Да. Вот буквально, ты знаешь, да, ведь мы с тобой даже вот когда трогаем, это вот прям как кожа младенца. А на теле, на ножках прям, знаешь, вот совершенно не чувствуется, но тепло чувствуется, мягкость, абсолютно, да, без перегревания. Абсолютно, потому что сухое тепло и дышит сама шерсть, вот этот пух, мы используем здесь именно пушковую часть, да, она дышит. Посмотрите, вот, кстати, сейчас мы видим, как вычесывают, и я вам демонстрирую еще и анатомию колготочек. Все швы плоские, анатомически правильные. Вот, ну и, конечно, да, вот то, что они сидят идеально по ножкам, и действительно такой вот дорогой, это именно по визуальному восприятию образ мы получаем благодаря именно кашемирам. И мы носим их каждый день. Каждый они день. Не изнашиваются, ни синтетики никакой нет. Вот Мария Пахомба из Клина, она говорит, что она открыла продукцию Фабади. Каждый сезон она пополняет гардероб теплыми и качественными вещами. Вы знаете, я проверена на ребенке. Она у меня мерзляка. Она носит кашемировые колготки каждый день зимой. И только в них не замерзают ножки. И это женское здоровье, это нежность. Поэтому выбирайте сразу 3-4 пары на весь сезон и будьте здоровы. Лучшая цена последний раз в году. 999 рублей. Монгольский бренд Фабади.